Приветствую! Я интерактивный помощник Мувик. Сегодня я подготовил для вас квиз. Вас ждет 5 раундов по 7 вопросов на тему кино. По желанию, вы можете разделиться на команды или отвечать самостоятельно. Мы начинаем. Камера, мотор, квиз. В первом раунде я покажу вам стоп-кадры из кинофильмов, мультфильмов или сериалов. У вас будет 20 секунд на размышление, после чего я раскрою ответ. За каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу. Начинаем! Поздравляю! Первый раунд завершен. Подсчитайте свои баллы. Во втором раунде нужно назвать фильм по актерскому составу. Я дам вам 30 секунд на размышление. За каждый правильный ответ вы получите 1 балл. Начинаем! Thank you.
время поставить видео на паузу и подсчитать свои баллы. В раунде номер 3 я включу вам аудио-отрывки из кинофильмов, а после дам 20 секунд на обсуждение ответа. Слушаем первый аудио-отрывок. Боже, почему я всегда прав? Почему я всегда прав? Я вот здесь оказался и задумался. Да, и о чем, босс? Что, по-твоему, лучше? Жить монстром или умереть человеком? Что, по-твоему, лучше? Жить монстром или умереть человеком? Я живу в Актинии, и мне такие ожоги не страшны. Дай-ка. Ай-ай-ай! Ничего, это пройдет. Но теперь мы знаем, верно? Медуз трогать нельзя. Еще удачно, что это была маленькая. Но теперь мы знаем, верно? Медуз трогать нельзя. Еще удачно, что это была маленькая. Я живой! Твое желание сбылось! Ты вернулся? Да, конечно! Когда вы меня засывали, вы все внутри меня перепутали! Так что я теперь немного того. Но ты забудешь с моей сиделкой до конца своих дней! Ха-ха-ха! Клево стреманулся! Твое желание сбылось! Ты вернулся? Да, конечно! Когда вы меня засывали, вы все внутри меня перепутали! Так что я теперь немного того! Отпусти девочку! Я буду резать всех подряд, пока Стригобор не выйдет на площадь! Беги из города! Пока еще не поздно! Магия на меня не действует! В отличие от серебра! Серебро для чудовищ! Беги из города, пока еще не поздно. Магия на меня не действует, в отличие от серебра. Вы хуже, чем бараны! Вы настоящие! Тебе смешно? По-твоему, я шут горохов или кто? Извините. Когда разеваете свои поганые рты, вы всегда должны говорить «сэр!» Ты понял меня, сынок? Так точно, сэр. Видишь арсенал? Вокруг него! Тебе смешно? По-твоему, я шут горохов или кто? Извините. Когда разеваете свои поганые рты, вы всегда должны говорить «сэр!» Ты понял меня, сынок? Так точно, сэр. Начинаем игру. Кто здесь, тот играет. Кто не здесь, не играет. Чтобы выиграть, надо набрать 1000 очков. Кто наберет их первыми, получит настоящий танк.
Начинаем игру. Кто здесь, тот играет. Кто не здесь, не играет. Чтобы выиграть, надо набрать 1000 очков. Кто наберет их первыми, получит настоящий танк. Раунд завершен. Подсчитайте свои баллы и готовьтесь к раунду номер 4. В этом раунде я покажу вам 7 картинок, созданных художником под ником Джейда Чоу. Он размещает в своем инстаграм-аккаунте кадры из фильмов, добавляя к ним изображение медвежонка Паддингтона. Ваша задача — назвать эти фильмы. Считайте баллы и сыграем финальный раунд. В финальном раунде вам необходимо назвать мультфильм по его описанию. За каждый правильный ответ вы получите 1 балл. Приготовились? Начали! Thank you.
Раунд завершен. Подсчитайте баллы в последний раз за эту игру. Вы прошли все раунды. Побеждает игрок или команда, которая набрала наибольшее количество баллов. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новый квиз. И смотрите все самое интересное на видеосервисе Вока. Пишите в комментариях, сколько баллов вы набрали и какой раунд вам понравился больше всего. Пока-пока!